Добрый день всем ценителям хороших ножей. Вы на канале Резать.ру. Сегодня у нас обзор складного ножа класса EDC от компании Kershaw. Модель называется Madhead. Это работа Йенса Анса, известного датского дизайнера ножевого, который сотрудничает с многими известными компаниями. Не только с Kershaw, но и с Boker, Fox Knives, Спайдерка, Zero Tolerance и так далее. Йен Санса славен не только своим интересным самобытным дизайном и использованием современных прогрессивных материалов, но еще и тем, что абсолютно все операции делает сам лично. Когда создает свои модели. Он не использует наемного труда, не работает просто как графический дизайнер, а все воплощает в практику. То есть ножи, которые он делает самостоятельно. И это очень здорово. Ну что ж, приступим к распаковке. Нож поставляется вот в такой яркой коробочке от Kershaw. И посмотрим, что у нас тут внутри. А внутри у нас в пакетике, собственно, сам нож и больше ничего. Вот такой аккуратненький 100% EDC весом всего в 61 грамм. Заметьте, маленький флиперок. Отлично открывается. Конечно же, в осевом узле имеются подшипники. Здесь система KVT. По материалах изделия. Нож оснащен клинком из стали 8 хром 13 молибден ванадий. Недорогая такая бюджетная, стойкая к коррозии сталь. С достаточно неплохими, ну скажем, средними характеристиками, что для бюджетного ножа вполне достаточно. Рукоятка выполнена из черного стеклотекстолита G10. И, как видите, с дополнительной фрезеровочкой на станке с ЧПУ. Тут выборочки видно и справа, и слева. Далее, монтаж выполнен на бонках. Никаких плашек здесь нет. Только запирающий лайнер, лайнерного же замка, уж извините за такую тавтологию. Имеется клипса съемная и, к сожалению, не переставляемая, да, нет крепления с этой стороны. Имеется бэкспейсер из термопластика и вот такая вот большая петля для темляка. Петля хорошая, сюда можно продеть в принципе любой толщины, ну в разумных пределах, конечно же, шнур. Далее, что касается работы замка. Отлично работает замочек. На всю ширину запирающего лайнера закрывается. Заходит на пятку клинка. Ну, что не может не радовать. Конечно же, подшипниковый узел действует безупречно. Еще о клинке. У нас имеется покрытие Blackwash. Имеется клейма. На левой стороне Kershaw. На правой стороне указан дизайнер и материал лезвия. Также имеется надпись Kershaw на клипсе. Что ж, остается, собственно, только порекомендовать этот нож. Ссылка на нож будет под описанием. Подписывайтесь на наш канал. У нас для вас еще очень много интересной информации из мира ножей.